С вами хотя бы поздороваться. Да хоть. Спасибо очень. Мы только по телевизору вас сколько раз видели. Ну чего так, надо же начинать знакомиться поближе. Только мы в Крыму передали по телевизору. Я даже не ожидал. Такая работа, да? А вы здесь живете или? Да, живете. Вот у меня второй этаж, у них первый этаж. Нравится? Да, конечно. Современно. Вот, хорошо. Я просто держу. Идемте на что. Спасибо вам. Снимите. Адам у нас, кстати, у меня через 15 дней после вашего дня рождения мое. Тоже 70, но остался без ничего. Теперь есть вот, все. Ну вот дали квартиру. Здесь документы, они будут печатать в Крым и в Ростов. Из этой задержки. Что сказали? Андрей, спасибо вам за победу. Вам держаться, да. Своего здоровья. Да, мы вам только счастья. За вас. Мы за вас молимся. Мы дождались. Очень здорово. Здравствуйте. Привет. Нравится? Очень. Это хорошо. Маленький кусочек рая сейчас у нас здесь. Это маленький кусочек рая. Будем расширять. Будем. Можете пройти посмотреть, если желание. Да. Новую комнату, если хотите. Если удобно. Мы даже почему не верили, что мы в этом году получим. Пройдите. Вот кухня. Это все покупали, все голые стены были. Ага. Только газовая печка, вернее, электропечка и все. Ага. Это все вот. Угу. Ну что? И сколько здесь комнат у вас? Три. Три? Да было три, и дали три.